Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смёв, и сегодня мы будем играть в игру Mad Game Tycoon 2. В этой игре нужно создавать свои игры и делать всякие лаборатории, не лаборатории, в общем, всякое разное. Итак, нам нужно выбрать название нашей компании, давайте назовем ее в как-нибудь SM Corporation. Вот, допустим, вот так. Да, вполне идеально будет. И найдем какой-нибудь подходящий значок. Нашел я что-то более подходящее, как я думаю, это похоже на букву S, допустим, хотя бы. И уровень сложности я выберу легкий, потому что я первый раз играю в эту игру. Год начала игры. Давайте выберем самый далекий, чтобы было намного интереснее играть. И вот мы развивались прямо с начала вот этих компьютерной эры. Скорость игры у нас будет обычная. Количество участников пусть 60 будет. Я думаю, 71 это много. И давайте начнем. Наша вообще цель тут будет это... О, кстати, можем создать персонажа. Наша цель в этой игре будет... всякое там сделать нашу компанию большой, и в принципе тут, наверное, нету конца игры. Так, первое, что нужно было сделать в начале игры, это выбрать, как выглядит наш персонаж. В принципе, более или менее что-то похоже на меня, но не очень. Дальше нужно выбрать навыки и умения, 50 очков, и потом перки выберем, и все такое. Выберем перки. Вот тут на всякие перки, в принципе. Ну, это не очень интересно, но на отличное учение нет. Значит, как танцевать для отзывов, значит, танцевать. В принципе, ничего менять не буду. Итак, Mad Game Tycoon 2. Спасибо за покупку, имейте в виду, что в версии раннего доступа. Так, это у нас ранний доступ. Даже смерти... Ладно, я не успел прочитать. Нажмите на вторую машину. Знаете. Окей. У нас 500 тысяч есть. Вот, и нам нужно сначала создать комнату развития. Развитие мы создадим где-нибудь. В общем, хочу сделать такую систему коридоров прикольную. Поэтому нужно сделать как-то двери все. 4 на 5. Все логично. Дверь отсутствует, ставим дверь. И создаем. 50 тысяч нам это стоило. Дальше нам нужно создать рабочие места. Все это у нас заблокировано. Нужно создать первое самое наше рабочее место. Обставку мебели. Я так понимаю, это надо сделать где-то здесь. И вот, да. Кабинет 1, кабинет 3. Так, 2 звезды, 2 звезды. Больше хорошего оборудования, деньги есть. И телевизор, хотя, может, они будут отвлекаться. Вот сюдык. Мусорные ведра нужно, хотя бы одно нужно. Дальше нужен диспенсер воды, потому что людям нужно пить иногда. Отопление, в принципе, самое базовое. Потом часы. Часы у нас ставятся на стенку. Вот, могу вам приблизить специально, вот, чтобы вы лучше видели, как тут все это. Лампа. Лампу можем поставить вот сюда. В центре комнаты, чтобы освещало тут все. Кактус. Я думал, это настольный, но они напольные. Картины. Картины — это нужна мотивация. Они создают мотивацию, поэтому нужны максимально психоделические картины, чтобы сотрудники случайно сошли с ума. Именно поэтому мы ставим психоделические сумасшедшие картины. Я люблю уют, поэтому нужен коврик, потому что, я думаю, сотрудникам будет тепло, ножкам, потому что зима все-таки на улице. Итак, дальше мы будем создавать туалет. Туалет у нас... должен быть с отоплением. Все, туалет мы сделали. Дальше нам нужно сделать гостиную. Ставить UFO, потому что UFO это UFO.
Оно очень ушное. Вот, когда ты смотришь на человека, не хочешь смотреть ему в глаза, смотри, что сзади него. И повесим два таких плаката. Кто-то будет смотреть и думать, что он ретро, второй будет смотреть, думать, что он инопланетянин, а третий вообще смотрит на инопланетную тарелку. Все очень даже продумано. Поставим завод, потому что завод всегда очень полезный. Почему бы и нет? Очень классный перевод в игре. Обожаю заводы ставить, очень нравится. Все, ковер готов, специальный дискоковер для дискотек. Все, работник готов. Теперь мы наконец-то можем разработать игру. Чтобы дать комнате задание, нажмите на кнопку над комнатой, появится меню с включением. Разработать игру. Новая игра. Итак, поздравляю, это наша первая игра. И уже скоро мы будем завершать эту серию, когда мы разработаем игру. Звони игры Тайкон какой-нибудь, потому что Тайкон это классно. Тайкон, допустим, вот так, Биг Тайкон. Прекрасно. Ведущий дизайнер. Так, тип игры. Стандартная игра. В принципе, да. Размер ГРБ. Группа для все, потому что для всех это хорошо. Тайкон и для взрослых, и не для взрослых. Но у нас доступен только скилл, поэтому он сейчас как раз таки не в моде. Поэтому мы его ставим. Дальше основная тема у нас будет каменный век. Это же логично, Тайкон про каменный век. И вот теперь я могу сделать приоритет работы. Приоритеты у нас будут в игре про каменный век, наверное, геймплей. Потом графика. Графики побольше, то есть звуки, технику, наверное, вот так сделаем. Ладно, тогда вот так сделаем как-то. Потом приоритет дизайна. Наверное, пойдем в визуальные эффекты чуть-чуть. Я могу вот так. Да, могу. Но это не советуется, потому что тогда будет очень странная игра. И если там есть все, то это очень странно. Так, визуальные эффекты 8. История, наверное, нет. Она вообще там не нужна. Такая будет единичка, наверное, двоечка. Мы поставим двоечку. Атмосфера. Давайте атмосферную игру сделаем чуть-чуть. Глубина игры или для новичков. Ну пусть будет больше для новичков. Основные геймеры. Ладно, пусть будет так. И включим вот это. Это в принципе стоит денег, но это поможет более хорошо развить игру. Нам нужно переделать платформу. Видимо, это не подходит. Все. Выбрали платформу, она, правда, очень невыгодная будет, скорее всего, для нас. О, игра завершена. У нас получилось Тетрис. Классный Тайкон про каменный век. Очень рекомендую. За что? Искать издателя. Epic War, ну, типа... Epic Game, наверное. Ладно, не будем углубляться. Так, оплата 7 долларов. Ну, как бы ясно, что мы выберем. Так. После публикации вы получите опыт, например, увеличение опыта, может снизить затраты на разработку или улучшить игровой процесс вашей игры. Нажмите принять. Возрастную классификацию получаем мы. О, 63% наша игра, то есть больше 50%. Поздравляю, вы опубликовали свою первую игру и изучили самые основные функции в Mad Game Tycoon 2. Продолжаем знакомиться с особенностями игры. Стройте больше комнат, нанимайте новых сотрудников, исследуйте новые вещи и разрабатывайте следующие суперхиты. Желаю приятно провести время. Наслаждайтесь. Спасибо разработчику, то, что такие теплые слова. Так.
Вот, наша игра уже окупилась, и мы уже в плюсе, у нас было 500 тысяч. Самое главное, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте колокольчик и сереньким, ну, чтобы там такие брызги были из него прикольные. И потом еще вот комментарии оставьте. Все, всем пока.